Ну, опять продуло? Тебе даже гравидопинг не поможет. Мне не нужен запрещенный допинг. Ха-ха-ха, да тебе его и не купить. А чё? О, мотофлип улетный. Ты его с собой на чемпионат возьмешь? Чё? Ты кто вообще? Я Салда. Разве не помнишь меня? Ну, Сафалари. Гонки в норах. Лёшенька, ужинать. Ты где? Ну все, пока. Опять в гараже? Лёша, не смей трогать бабушкин мотофлип. Там какие-то опасные детали. Мам, да починю я его. Ты совершенно меня не жалеешь. Ну, иду, иду, ну, не рыдай. Да куда ж ты делся? Нет. А, точно. Вот тут. Вот тут же был, ну? Ты меня не любишь. Я хочу на вчера. Ручки. Почеши меня. Игнорируешь, да? А у меня потребности, между прочим. Купер, найди лучше второй баллон. Я тебе не Поля. Нечего мне указывать. Ну, а ручки меня возьми. Купер, я опаздываю, а ты спрятал. И где светоручка? Со своим балукором вообще обо мне забыла. Тренировалась бы лучше в чесании супер истинокса. Доброе утро. Пожалуйста. Ух, Купер, ты бессовестный. Алиса, ты куда? Доброе утро, пап. Я на тренировку. Такую рань? Ну, чтобы с Лехой не столкнуться. Он просто странный такой стал. Молчит, краснеет, сопит. Или вообще убегает. С точки зрения биологии, понимаешь... Пап, с точки зрения биологии, географии, там... Он как дурак себя ведет. Алиса, возможно, немного другое объяснение. Угу. Конечно. Он просто завидует, что я в балукуре лучше него. Ух, Пупер, ты бессовестный. Алиса. Все, я в парк. К обеду не ждите, Алиса, я на сафалари. А как же я? Ну, пожалуйста, ну почеши меня за уху. Отставь, он будет напоминать Пупер, мне о тебе. Завтра весь день чесать тебя буду. Пока, пап. Осторожнее на балунах. Ну и кто же утешит Супера сегодня? Давайте уже, чешите! И-та! Да. Сейчас все-таки подойду. Ну вот, типа, пошли... Нет, не то. Короче, я тебя приглашаю, типа, покатаемся. Ну чё? Зачем так грубо? Лёш, ты же такой классный. Салда, это, прости, это я так. Лёш, а привези с собой мотофлип на сафалари, пожалуйста. Я все что угодно для тебя сделаю.
Не понял. Ну ты же на чемпионат по балукуру к нам летишь. Мертвые петли! Уху! А. И правда, Томас. Так, сегодня встретимся. Мотофлип не забыл. О, ее светоручка. Пока, короче. Алиса Селезнева участвует. Алексей Тетерин не зарегистрирован? А как же мой гравидопинг? Она да. Сейчас все-таки подойду. Скажу, какая она вообще. И типа, пошли со мной на мотофлипы, а? Вьям-вьям. Мамочки. Может, его контролируют инопланетяне? Забавно. Теоретически можно исследовать. Ой, глупыши. Лёшечка втюрился в Алисочку и ждет свиданница. Привет! В парке светорочку посеяла, так и не нашла. Привет. Привет. Склоняюсь к теории о контроле инопланетян. Во! Лёха! Это, я и ты, ям-ям, сегодня... Ну, типа, да? Чего? Я же крут. Ну, все. Че делать-то? Говорю вам, вздыхает, несет всякий бред, ну и прочие симптомчики. Ты че, Натаха? Чтоб я? Я и ты. Сегодня, типа. Что бы это значило? Хотел крутую тему ей предложить. На мотофлипе вместе. Ну чё ржёте? Ну не получилось сказать. Так текст напиши и зачитай. Как нобелевский речь толкают. Точняк. А ты мне речь накатаешь? Легко. Пошли. Излагай исходные. Алиса, хочу сделать тебе теоретически крутое предложение. Провести целый день со мной вдвоем. Я буду катать тебя на мотофлипе, чтоб ты оценила, какой же я... Не прокатил нобелевский метод. Я думала, ты говорить научился. Что это? Впечатляет. Василий Петрович, это Леха говорить учится. Дурачки вы. С девочками не так надо. Так уж тобой быть. Научу. Натах, спорим, Алиска ему в лоб. Считай, уже проиграл. Мамочки, началось. Покатаемся. Лёха, а в лоб? Похоже, я проспорил. В лоб тебе тормоз. Тренировку мне сорвал. Я не хотел. Короче, я хотел с тобой на мотофлипе. Ведь не отстанешь. Победи меня в балукуре. И целый день на твоих железяках будем кататься. Струсил, значит проиграл. Пока. Она на балунах укручит тебя. Вещь. Гравиузел старый. И приемник, да и днем с огнем не найти. Такие узлы
Лет 15 как запретили. С ними пространство можно закуклить. Ой, Арик, значит, это опасно? Да. Но современные пространства не сжимают. У них связь с приемником световая. Световая. И светоручку им не отдал. Вообще вы все. Все из-за вас, совички. Сам разберусь. А это мое. Хоть на память от мотофлипа останется. Пятсе! А безумные эксперименты? Повысь! Может, так понятнее? Весело же, теоретически. Эх. Пупет, завтра весь день чесать тебя буду. Пупер, я не нанимался тебя игрухами развлекать. Где Алиска вообще? Почему она по спутнику не отвечает? Она скоро придет. Я понимаю твое нетерпение. Но к Алисе есть только один подход. Понравится ее домашнему любимцу. То есть мне. Алиска, ты где? Давай соревноваться, прям ща. Привет еще раз. О, это ты. Леш, твоя Алисочка. Скоро будет у нас на сафари. Че? А ты че? Не мог сказать? Ну, я думал, так скоротаем вечерок, а там и Алиска подтянется. Алиса участвует в чемпионате по полукуру. Вот там я ее точно победю. Сейчас зарегаюсь. Регистрация на чемпионат закрыта еще вчера. Попадусь. Солда, помоги, а. Придумай что-нибудь. Ну, я могу, конечно, записать тебя вместо себя. Ты ради меня откажешься? А ты привезешь свой мотофлип? Ну, типа, да, идет. Угу, я зарегистрирую тебя. Спасибо, Салда. Ты потрясная. Лечу. Поверил, дурачок влюбленный. Вы будете мои золотые полуны. На отборочный тур вызывается Салда, планета Сафалари. Какой же результат покажет Салда в отборочной серии? И вот она финиширует! Результат 110 паломников, 9 за технику. Салда с планеты Сафалари закончила выступление с лучшим результатом в своей группе. Да! Салда справилась! А землянам все равно продует. Если бы не ее устаревший Блумен, она показала бы выдающийся результат! Где мотофлип? А, это он того, понимаешь? Ты-дыщ, бабах, и все. И ничего не осталось? Говорят, у них гравиузлы прочные. Да вот, только он на памяти остался. Эх, прости, Салда. Да ладно, мне с тобой и так интересно, без всяких мотофлипов. Да? А и мне с тобой. Слушай, а где можно потренироваться до старта? У меня есть одно место. А ты классная. Ваши баллоны разряжены. О, твоя Алиса тебя в два счета победит. Ну, конечно. Она тренировалась. А я... Смотри, старт уже через 20 минут. Все, я продул. А к Алиске лучше вообще не подходить. Мне очень хочется тебе помочь. Вообще-то, у тебя есть способ выиграть. Че, правда? Ну да, только никто не должен знать. Баллоны заряжены. Ого! Круто тут у тебя.
Гравиузел. Чё? А, этот? Ну да, старый гравиузел — это как допинг для балунов. Усиливает их скорость и маневренность. Байки травишь. Хотя Арик такой типа на балуны шлёп, и тот жжжж. Да. Так любого победишь. Не, чё-то как-то... Если Алиска узнает, что я ее с допингом, бжи, да она меня вообще того. А как узнает? Я же никому не скажу. Правда? Что такое? Давай, работай, старье. Вот так. Ну, Алиска, держись! А дашь мне немножко попробовать? Ладно, давай, но только по-бырому. Я на старт. Чем мне сигнал нашли? А где я в списке? Вот Алиска. Чё? Салда? Это ты с Алиской стартуешь? Куда? Обманщица! Санта, сиди лучше тихо. У меня записано, как ты допинг применяешь. Ты же обещала! Никому не бла-бла! Лучше ты помалкивай, а то я все Алисочке расскажу. И не смей выбираться отсюда. Пока! Золотые луны мои! Стартуют лидеры в общем зачете. Салда с планеты Сафалари против Алисы Селезневой «Земля». Внимание! Теперь ваши балуны снова работают, но только в пределах голубого полуполя. Оранжевая будет снижать их мощность на 5 галлосекунд. Откуда у тебя эти балуны? На старт. Подарили. Внимание! Врешь. Итак, финал! Наши участницы стартовали! А что это? Селезнёва не двигается с места! Почему? Она уже проигрывает 7 километров! Отсек продула! Шевели! А где мы там наёшечка? Посмотреть бы, как он болит! Посмотрите, как ровно идёт Селезнёва! Она постепенно сокращает разрыв! Да отстаньте! Я здесь навсегда останусь! Алиска, давай, давай! Чтоб тебя с Салдом скучило! Задержка на старте дает себя знать! Заметьте, Салда теперь использует земную модель! Кто же окажется победителем? Салда ничуть не уступает! Алиска теперь из-за меня проиграет! Ай, жуть! Техническая ошибка Селезневой! Нет! Это не техническая ошибка! Это прием! Держись, Алиса! Салда придерживается обычной техники, и она не ожидала такого рывка соперницы. Салда собирается! Что это? Какая скорость! Кажется, как будто она применяет допинг! Я шучу! Что с Сафаларкой? Да! Рывок Салды был недолгим! Какая техника! Какая Работай! Что с Сафаларкой? Да, у нее технические неполадки. Ясно, что ей не победить. Да. Сафаларка не любит проигрывать. Но здесь ничего не поделаешь. А Селезнева пересекает финишную черту. 90 Беломиков. 10 сотрудников. Золотые балуны достаются рекордсменке трассы Алисе Селезневой. Алиса чемпионка! Я не знаю, как это прокомментировать. Что это с тобой? Еще никто не приходил к финишу. Что? Теоретически плохо все. У Сафаларки, похоже, Лехин гравиузи. Откуда у нее это штучок? Ведь ты знаешь, как там всех спасти. Теоретически 5-7. В новых узлах не радиоволны, а свет. Может... Позвоним Алисе. В опасности не только спортсменки, но и все зрители. Селезнева кинулась спасать соперницу. Удастся ли ей это? Что я несу? Алиса, уходи отсюда! Вот в безопасности
Салда! Только что сообщил! Всем покинуть зону спортивного объекта! Через 10 минут прибудут гамма-спасательные отряды! Алиска, слушай! Спасатели не успеют! Это гравиузел из Лёхиного байка! Он жутко опасный! Гравиузел нужно стабилизировать, пока он не начал закукливать пространство! Теоретически ты легко стабилизируешь! Как легко? Замени радиоволны светом! Короче, возьми светоручку и води между приемником и гравиузлом. У твоей светоручки спектр подходящий. Я ручку сегодня потеряла. Катиться в черную дырку, минут через 5 начнем. То есть будет еще хуже? Алиска! Ну, Салда, да рассказывай, кому хочешь. Алиска, держись, я сейчас! Я успею, Алиска, еще как успею! Алиска! Светоручка у меня! Я ща! Теперь они работают только в пределах голубого голополя. Леха летит за светоручкой! Его голомиг? Ведь это меньше, чем земная секунда. Алиска, до коллапса меньше, чем 90 голомигов. Леха не пройдет трассу так быстро, как ты. Я должен успеть! Эй, мальчик! Ты куда? Там опасно! Почему Балукур еще не знает своего героя? Плюск карты за технику! Про скорость я уже и не говорю! Непревзойденно! Какая воля к победе! И к спасению Алисы! Мне сообщают, что у мальчика есть артефакт для спасения нас всех от черной дыры. Успеет ли наш герой? Глубокий космос! Что он делает? Это же просто светоручка! Разрушится! Селезнева! Давай, беги! Результат 80 голомиков. 11. Он поставил рекорд трассы. Светоручку давай! Я что хотел? С тобой погулять. А ты соревнования. Ну, я того. В соответствии с правилами о нарушениях правил, вы дисквалифицированы за использование допинга на 1 год. Так как рекордсмен Алексей Тетерин не зарегистрирован, результат Алисы Селезнёвой остается лучшим. Ого! Алиска, ты самая крутая. Да. Вы будете доставлены родителям. Лёшенька, ты где? Мотофлипа нет, тебя нет. Мам, я норм, а мотофлип того. Быдыщ. Что? Как тебя наказывать, чтобы ты что-то... Ксения Андреевна, это Алиса. У меня есть предложение. Да, конечно. Обещала Пуперу. Договорились. Чё вы там? На земле узнаешь. Мне сейчас мороженого вырень. А потом у меня суперские на тебя планы. И чё, мне это терпеть? Зато мама твоя довольна. Ты наказан. Целый день. Все помою. Марик, наша теория верна. Пупер же инопланетянин. Но то, что Лёшечка влюбился, никуда не делось.